Мамай – это татарский темник, полководец, выступивший на поприще истории в 1360 году во время усобицы, волновавшей Золотую Орду. Он поднял восстание против хана Тимур Хаджи и, умертвив его, провозгласил ханом Авдула или Абдуллаха, которого отстаивал против многих других претендентов, принимавших ханский титул. Одолев соперников, Мамай овладел большей частью Золотой Орды. Властвуя над ней, он не принимал ханского титула, а назначал в ханы, кого хотел, и сменял их по своему произволу. Московской Русью в это время правил великий князь Дмитрий Иванович. Он сначала старался быть в дружбе с Мамаем и даже совершил в 1371 году путешествие в Орду, чтобы поклониться этому истинному ее повелителю. Но вражда русских с Ордой стала расти после избиения три года спустя в Нижнем Новгороде татарской дружины. Она сопровождала Мамаевых послов и была истреблена жителями, выведенными из терпения ее насилиями. Мамай отомстил русским разорением Нижегородской области, готовя на будущее более страшную месть. В 1377 году он послал на Россию царевича Арабшу, который нанес русским поражение при речке Пьяни. Одновременно монголы разорили Рязанскую землю. Русские отплатили за это опустошением мордовской земли под властной ордынцам, чем еще больше раздражили Мамая. В 1378 году он послал на Русь большое войско, но Дмитрий Иванович разбил его в сражении на реке Вожи. Страшный гнев по этому поводу толкнул Мамая предпринять новое, еще более широкое нашествие на Россию которая кончилась знаменитой Куликовской битвой. Разбитый в ней Мамай вскоре был вытеснен из Золотой Орды царевичем Тахтамышем, которому помогал прославленный владыка Средней Азии Тамерлан. Разбитый Тахтамышем в южнорусских степях, Мамай бежал в Крымскую Кафу, ныне Феодосию, и был там убит. О куликовской битве повествуют два выдающихся произведения древнерусской литературы ⁇ Задонщина и сказание о Майевом побоище.